27 декабря вечером во Владивостоке потерял ход паром «Босфор-Восточный». Он все же смог добраться до острова Попова. При этом прибегать к буксировке судна не пришлось. Все пассажиры были высажены на берег у причала, а приморские транспортные прокуроры начали проверку. В рамках нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности мореплавания. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в области безопасности плавания по факту потери хода паромом «Босфор-Восточный», который 27 декабря двигался по маршруту Владивосток-остров Попова. По предварительным данным, около 22 часов паром потерял ход и бросил якорь в районе пролива Старка из-за остановки главного двигателя. На борту находились 47 пассажиров и 6 членов экипажа. На помощь было выдвинуто спасательное судно. Около 1 часа 30 минут силами экипажа работа двигателя была восстановлена, паром продолжил движение и через 30 минут пришвартовался к причалу для высадки пассажиров. Пострадавших нет. Во время вынужденной остановки была запущена работа аварийного дизель-генератора для обеспечения электроэнергии и теплом. В ходе проверки прокуратура установит причину аварийного случая и даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности плавания. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц. После восстановления работы двигательной установки в половине второго ночи паром продолжил движение к пункту назначения. В 2 часа «Босфор-Восточный» успешно пришвартовался к причалу на острове Попова и высадил пассажиров. Они направились в автобус. Состояние граждан, по данным транспортной прокуратуры, оценивается как нормальное. Всего на борту находилось 47 человек, сообщили в ведомстве. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, новости на Восьмом.